Задача брать 5 точек напрямую. Я считаю, что лучше всего поставить колодец как можно ближе к точке С, то есть можно вообще совсем рядом с С. Ответ верен. Ответ – точка С. Замечательно. Кто нам объяснит? Это то же самое, что 4 точки. Объяснение абсолютно такое же, как уже прозвучало. И смотрите, что это такое. Если точка М здесь, то у нас будет вот так, так и так, так. Согласны? Замечательно. Какие еще варианты? Когда точка расположена слева от точки А, вот где-то здесь у нас точка М. Когда точка расположена между точками А и Б, правильно? А, Б, С, Д, Е. И, наконец, последняя картинка, когда точка расположена где? Где-то там между Б и С, да? Где-то между B и C. Отлично. Будьте добры, аналогичные формулы в каждом из этих случаев напишите. Я начну. Значит, А, Е – это сумма вот этих вот отрезков, да? И сумма вот этих двух отрезков – это B, D. Все, дальше, пожалуйста, рисуйте, да и букву проставьте вот сюда. А сейчас, Ильич, сказать, что давайте забудем об С. Конечно, в принципе, можно было действительно, что называется, вспомнить предыдущую задачу. Хотя мне кажется, что проще поставлять варианты, чем. Итак, быстрее. Значит, АМ, БМ, да, С, Д, и, наконец, последний отрезок МЕ, да. Так, теперь надо сначала набрать нужную нам сумму, это АЕ плюс БД. Я вот здесь нашел отрезок АД, и нашел здесь BC. Сделайте так же. Итак, нужно дойти до точки А. Да. Это один отрезок. Отлично. А, Е плюс B, D. И все остальное надо выписать. Что у нас осталось? У нас остался вот этот вот кусок. Так так и пишите. А, Б. Я бы даже сказал дальше А, С. Правильно? Ну и еще там. Ой, нет, не акция. М, М. В общем, слушайте, не будем тратить время на выписывание. Видно, что осталось много, правда? Все, давайте на этом остановимся. Посмотрим. Здесь А, М, Б, М, А, что там дальше? М, С, М, Д и М, Е. Отлично. Как получить отрезок А, Е? Это надо взять вот этот вот с этим. Как получить отрезок в этой? Это надо взять вот этот. Ну и видно, что здесь еще остались отрезочки. Так, ну а в последнем случае тоже все очевидно. Значит, у нас есть вот так, 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 так.